Всем привет! Сегодня я покажу, как установить графический ключ на Windows 10. Для начала покажу, что это такое. Итак, запускаем наш компьютер, ноутбук. Вот появляется вот такое вот приветствие. И вот такая вот картинка. Нужно будет включить графический ключ. Ну, давайте сейчас посмотрим, как он вводится. Нажимаем три точки. Вот вы можете увидеть. Все, вошли в систему. Так. А теперь давайте попробуем неправильно ввести этот графический ключ. Допустим, мы не знаем его. Сейчас я включаю перезагрузку системы. Итак, допустим, мы не знаем какой-то графический ключ и просто клацаем на картинке какие-то любые три точки, допустим, где-то здесь, здесь и здесь. Вот, вы можете увидеть, здесь надпись появляется, что надпись о том, что ваш графический пароль неправилен, попробуйте еще раз. О, все, угадал. Ну, то есть нужно выбрать три точки на фото, которые, ну, легко запомнить для вас. Ну и все. Сейчас я дальше покажу, как это все настроить в Windows 10. Итак, заходим в меню «Пуск», выбираем раздел «Параметры». Далее входим в учетные записи, параметры входа. И выбираем «Изменить или добавить графический пароль». Если у вас был пароль для входа, вводим его и используем какую-либо картинку. Можно любую использовать, какая вам удобна. Выбираем ее и начинаем вводить графический код. Три точки, которые мы будем использовать. Чтобы это завершить, нужно подтвердить. Так же само вводим три точки. Все, и все успешно установлено. Графический пароль установлен. Вот и все. На этом у меня все. Всем пока.